Напряженная игра хоккейного клуба «Саров» с «Кстово» заставила болельщиков понервничать. Это был решающий поединок, от которого зависело положение в турнирной таблице чемпионата Нижегородской области по хоккею высшей лиги. В первом периоде «Саров» уверенно лидировал. Соперник пропустил 3 шайбы. Но уже во втором тайме «Кстово» взял себе 1 очко. «Саров» просто реализовал свои моменты здорово. Не скажу то, что наши где-то плохо сыграли, да, там провалились, может, но «Саров» здорово реализовал. Забыли вообще про счет, то, что там 3-0 на табло. Выходили, бились до последнего, отдавали все силы. Для саровских хоккеистов второй период был не самым удачным. Спортсмены ошибались, допускали соперников на свою зону и пропустили шайбу. Но к последнему тайму команда собрала все свои силы, чтобы безоговорочно обыграть «Кстово». Итоговый счет 4-2 получился благодаря общим усилиям всех игроков хоккейного клуба «Саров». Быстрый первый гол пропустили во втором периоде. Все как-то пошло уже не так. Но потом собрались, вышли на третий, доиграли матч. Игра была такая серьезная, сильная. Сильный соперник, уже приближенные игры к плей-офф, уже на носу как бы у нас. Это уже одна из тех игр, которая будет в плей-офф. Также в субботу ХК «Саров» провел игру на выезде с «Уренью». Наши хоккеисты обошли соперника со счетом 5-2. Две победы подряд закрепили «Саров» на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Следующая игра состоится на выезде 19 февраля. ХК «Саров» скрестит клюшки с «Павлово». Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».